Коллеги, чай. Неправильно вы, Сан Саныч, огурчик режете. Заметьте, коллега, это не мешает мне закусывать. Наташенька, Наташенька, русские поэты, анархисты поголовные. И вот что еще я хотел сказать про Маяковского. Про Наталья! Маяковского. Простите, коллега, мне надо помочь хозяйке дома. Ох, ну что ж вы, ну печально. Что, печально. Возьми за руку. Горячо встречу. Вот и чай, да? Пап, я торт купила. Пап. Что? Торт купила. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Александровна. Майк Михаил Михайлович. Простите, я тут получилось у вас гости. Вы у нас не в первый раз, так что не кокетничайте, Воротилов. А, не топчите пол, раздевайтесь. Проходите. А это мой товарищ Катанадзе. Давид. Да, Давид. Очень приятно. Ольга Александровна, можно просто Ляля. Я много вас слышал о вашем доме. Я пишу диссертацию, и Михаил Михайлович у меня научный руководитель. Я думаю, Михаил Михайлович что-то перепутал, он сегодня не сможет вам уделить время. Но вы все равно проходите на кухню, будете помогать печь блины. Проходите, проходите. Ленка, а ты чего стоишь? Ничего. Так помоги ребятам. Там Прасковья есть. А, ну, ты тоже помоги. Будете... Стоп, подожди. Может, тут приведи себе в порядок. Там друг у Воротилова очень, очень симпатичный. Я их знаю. Тем более. Иди помоги. Иди, иди, иди. Позволите? Да. Товарищи, торт! Долгожданный, наконец. А вот и наша очаровательная Ольга Александровна. Ну, можно, да, немножечко подлить. Скажите, а где же ваш супруг? Достигнет ли он в этот вечер берегов гостиной зала? Мой супруг переводит сивильского обольстителя, и это срочно. И вы, Сан Саныч, об этом прекрасно знаете. Но он обещал предстать. Знаю, знаю. Ну, лично у меня к нему никаких дел нету. Вкусненький. Он беленький такой, беленький. Злоупотребляю вашей добротой и нагло пользуюсь гостеприимством вашего замечательного дома. Злоупотребляете. Ну что? Ну давайте за Михаила Михайловича. За нашего добрейшего руководителя университетской кафедры. За Мишеньку. Да, за Михаила Михайловича. За Мишеньку. Ой, я не до дна. Да. Дашенька. Я понюхаю. А чего у вас так много народу? Праздник, что ли, какой? Нет, у нас всегда еда и гости. А зачем? Это что-то вроде... Не знаю, это что-то вроде маминого салона. Ей очень нравится быть в центре внимания, что ли. Да. Ого! Как у вас здесь душно. Через 10 минут мойте руки и за стол. Мам, я не хочу. Ты не один? Я вижу, твой приятель хочет кушать. Спасибо, мы придем. Привет, ребят. Здравствуйте. Пойдем, я тебе хочу кушать.
давай музыку послушаем, а? Давай. А что у тебя есть? Лялька, я уже 15 минут не могу попасть в ванную комнату. Я сейчас обсикнусь. Ну ты что, первый раз, что ли? Через черный вход иди. Там зачала на туалет. А что это за парнишка с твоим сыном? Акробат? Да нет, одноклассник Гошкин. Что-то он не по годам выглядит, да? Иди уже, ты не донесешь, иди. Свет за собой выключи, всегда забываешь. Ау! Ой, ай, лёд нужен. Дай. Алло? Ах. Нет. Эй, ça marche? Oui, monsieur l'interne. C'est après la stérilisation des doigts, on l'écoute. Я ему все передам, не беспокойтесь. До свидания. Да. Николай Алексеевич. Нет. Нет, я сейчас никак не смогу. Нет. Не смогу. Давай завтра после кафедры. Давай. Перестань, Коль, я не выйду. Да нет у меня никаких эмоций. Так, Николай Алексеевич, давайте не будем обострять ситуацию, хорошо? Завтра после кафедры. Да. Все переводы я захвачу, не беспокойтесь. До свидания. Ты, Лялька, по лезвию ходишь. Да? Да. О чем это ты? Ни о чем. Слушай, расскажи мне об этом парне. О карабате. А что это он тебя так заинтересовал? Да, как его зовут? Казя, кажется. Казимир. Он из цирковой семьи. Отец у него иллюзионист. Мать ему ассистирует. Наш Гошка с ним очень подружился. Да, он какой-то другой, да? Не знаю. Камон, Леандер, спасибо, гасон. Ком лезут? Да слушай, Лялька, вы с Ленкой меня замучили своим французским, вот на своих студентах. Ладно, тренируйтесь. Но Леандер. Мишенька, Миш, тебе чай сделать? Ой, подойди ко мне. Что? Да я тебя обниму. Ой. Ты уж, дружочек, там как-нибудь без меня. Ну как же без тебя? Да больно работы много. Да, мой дорогой, работы много. Я тебе сделаю чай. Сейчас принесу. Папироску будешь? Ты же спортсмен. Это папа. Докурю и брошу. А если узнает? Не узнает. У него теперь другая жизнь. Он ушел от нас. Ну, давай. Гоша! Чего тебе? Вы что, курите? А ты что, маме расскажешь? Дайте мне. А самое смешное, что они до сих пор работают вместе. Кто? Отец, мать.
и мачеху. Я пошел. А у них, оказывается, тоже есть вход с черной лестницы. Ух ты! Мишенька, дорогой, поговори, пожалуйста, с Леной. Может быть, она тебя послушает? Ох, а что, собственно, ты от нее хочешь? Женщина должна следить за собой. Когда она появляется у нас на кафедре, совершенно невозможно определить, сколько ей лет. Ей 22, выглядит она на все 40. Увы, голубушка, дочка у меня. Любуйся сыном. Да. Красавец, одноклассница, наверное, от него без ума. Не думаю. Там теперь Казя появился. Конкурент. Занятный тип. У меня такое чувство, что он очень силен физически. Побежала. Увидимся на кафедре. У нас сегодня тоже гости. Пани Домбровская из Варшавского университета. Ладно, я еще догоню маму. Ты сегодня в сером костюме? В университет я всегда хожу в сером, а что? Ничего, ничего. Тебе очень идет. Спасибо. А? Ну да, они специализированные. Такие вот дела. А вот и пирожки. Вот. Пожалуйста. Это булочка обычная. Это с рисом. А что ж ты обычные булочки-то принес? А это с кунжутом. Ты же не ешь. Так, так. А вот я не буду. Ах, вот так вот, да, значит? Ну давай. Выкладывай нам всю закулисную жизнь цирка. А мы послушаем. Ну... Вряд ли тебе понравится, если я потребую тебя при всех выложить закулисную жизнь твоей семьи. Цирк — это моя семья. Мне всегда было интересно, как лилипуты в цирке. Сказал же человек, что не хочет обсуждать цирк. Значит, тема закрыта. Ну, я могу показать, если хотите, что сам умею. Давай, давай. Ноги, ноги, ноги. Давай. Что, играть будем? Давай. Правильно? Я не буду менять аккорды. Да-да-да, я прочитал ваши пьесы в иностранной литературе. Посмотреть, к сожалению, не удалось. У нас пока и не ставят. Так, да. К сожалению. Я надеюсь, что придет время их ставить. А у вас ведь своя тема, да? Любовь, ревность. Площадь. Благодарю. Глубокие чувства. И семья у вас не препятствие для любящих. Мишенька. Да. Любовь приносит свободу всегда. Семья не должен быть помеха. Никогда. Ну, это как-то революционно. Нельзя подождать, пережить это чувство, эту... Пан хочет сказать эту беду? Да-да, беду. Ведь здесь же страдают все.
дети, близкие, разрушается семья. Я вот смотрела в Варшаве вашу Эфею. Ваша героиня ради нескольких минут счастливой любви платит здоровьем своего ребенка. Скажите, вот разве вообще любовь может так дорого стоить? Когда к вам вернается, простите, мой плохой русский, приходится настоящее чувство, может быть, и все. И смерть, и боль, но рядом будет свобода. А значит, ваша душечка будет... О, нет, я лучше по-польски. Твоя душа бежде, она не умже. Миша, прошу. Да, я переведу. Пани Домбровская говорит, что любовь все прощает, и ваша душа, подчинившись ей, будет жива. Так? Спасибо. Бошенька простит вас за мужа и ваша семья. Но не простит, если вы убили любви. Нельзя обмануть себя. Бог не простят. А вы католичка? А вы большевичка? Прошу вас, дорогие мои, давайте без личных обид и политики. Да, да. И я вынужден попрощаться с вами на некоторое время. Ну, Миша, ну... Переводы, Михаил Михайлович, а вы дезертируете с поля боя? Да, да. Почему? Да, прежде чем вы скроетесь, так сказать, в глубинах своих библиотек, может быть, вы все-таки, пожалуйста, выскажите свою точку зрения по столь острому вопросу? Да, прошу, да. Прошу. Хотелось бы послушать. А вот Лялечка и выскажет. А я, с вашего позволения, потом, конечно, выйду попрощаться. Ой, Мишенька. Очки забыл. Миша. Ой. Ну, наша беседка уже закончилась. Наверное, мне тоже уже. С удовольствием прочту ваши новые пьесы. Буду рад. Хотя, пожалуй, у меня есть что вам сказать, пани Анна. А, правда? Я думаю, что со мной этого никогда бы не случилось. Для чего? О, простите, пани, почему? Женщина должна уметь управлять своими страстями, ну или увлечениями, особенно если у нее семья. Или же скрывать свой романс, милость. Романы, увлечения. Да. Увлечения, романы. Все это так, это не чувство, да? Это не любовь, а страстишка. Да? Можно мужчине и женщине перетерпеть. Главное, с умом сыграть эту партию. Да говорите попроще, коллега, что вы все на непонятном языке изъясняетесь. Так и скажите, хороший левак укрепляет брак. Это надо запомнять. Так что все, товарищи, пани и панове. Я виновата, так мы с вами договоримся, черт знает до чего. Я просто хотела сказать, что... Семья для меня супраомнес. Превыше всего. Да за семью. За семью. Ура! За семью. За семья. Не чокаясь. Я ведь родился в семье циркачей. Может быть, поэтому отцу дали квартиру в таком доме. В общем, он привез нас с мамой сюда, а сам смылся. А ты чем увлекаешься? Да всем помаленьку. Но в основном философией. Изучал Маркса, Августина Блаженного. Разработал собственное мировоззрение. Я являюсь христианским социалистом и посвятил сам себя в созданный мною монашеский орден. Так ты монах? Ну и что дальше? Ну, пока это. Знаешь, мне умственное не особо интересует. Меня интересуют телесные. Умственное я вообще в гробу видал. Я со своим телом все могу. А с этими твоими теориями что? Меня вот сейчас 4 номера зовут. Знаешь, если правильно подойти, мне кажется, можно летать. А. Да, это должно быть так же просто, ну как с женщиной спать. Слушай,
А много их у тебя было? Женщин? Достаточно. Ты крутой чувак. Не люблю эти словечки. Чувак, тёлка. Мужчина не должен так выражаться. Старайся быть мужчиной. Говори, Ляля. Что же мне говорить? Как ты думаешь о себе? Только не ври. У меня есть любовники. А как же твоя семья? Но ведь это не любимые, это любовники. А как же твоя семья? Я умею управляться с ними. А как же твоя семья? Никаких страстей. Страсть нужна, Ляля. Спасибо, мам. Разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Ой, голова трещит. Совсем не выспалась. И снится чушь всякая. В общем... Чего мне только не снится. Вы же с папой сами на свою голову устраиваете эти вечные посиделки допоздна. Леночка, милая, мы их устраиваем в первую очередь для тебя. Девушка в твоем возрасте должна иметь, если не мужа, то хотя бы друга, близкого мужчину. Ты же не собираешься в девках оставаться, правда? Но не всем же быть такой... шустрый, чтобы заигрывать со всеми мужиками, включая сантехников. Оленька, я ухожу. Не забудь, вечером у нас будет гость, мой коллега, профессор из Болгарии. Ты уж придумай что-нибудь к столу. Хорошо, Мишенька, придумай. Ну и ты приоденься слегка. Маме будет приятно.
Я все больше и больше убеждаюсь в том, что все шестидесятники были либо диссидентами, либо развратниками. Либо и то, и другое вместе взятое. Разврат — это противно. А ты уже? Да, было дело один раз, но мне не понравилось. А ты? Я Марина Комсомолка и дождусь любви чистой и красивой. Я тоже вступлю в комсомол, еще не поздно. Поздно, подруга. Ты потеряла нравственный императив, а без него ты не имеешь морального права вступать в ряды нашей организации. Это что еще? А это то самое главное, чем должна дорожить женщина. Только почему-то некоторые об этом забывают, как, например, моя мама. Ну, да ладно. Ну, Линка, ты даешь. Рекомендацию мне все-таки получить надо. Родители, где очередной заморский гость? Мама ушла к Прасковье, гость сам отменился, перенесся на вторник, папа на кафедре, а ты нагло входишь к своему брату без стука. Ой, что твой школьный товарищ делает на подоконнике нашей кухни? Он сказал, что это место больше всего подходит для погружения в бесконечное ЦИ. Что такое ЦИ, я не знаю. Это медитация. Что прячешь? Так. О, книжка из папиной библиотеки. Ого! Мужчина, женщина? Издание 1906 года. Интересуешься? Ну, как ты понимаешь, не у мамы же спрашивать, а папа тоже очень занят. Остается старшая сестра. Да ты чего? Марина! Какая? Марин! Знакомься, это мой брат Гоша. Можно Марка? Он у нас христианский социалист и еще член монашеского ордена. А еще он любит читать разные книги, но не всегда понимает, о чем они. Слушай, давай я возвращаюсь в нравственный императив, а я, так уж и быть, дам тебе рекомендацию. Ты сейчас серьезно? Да, более чем, давай. А вы сейчас о чем говорите? Не о чем. Я на кухне. Можно я присяду? Конечно. В шахматы? Хорошо. Только не надо злоупотреблять моей добротой. А ты куда? Алло? А, добрый день, Сергей Николаевич. Да, да, да. Да, я слышу. А, ой, знаете, мамы сейчас нет дома, да. Она пошла в библиотеку. Угу. Обязательно, обязательно передам, что вы звонили. До свидания.
Алло, Марин? Я смотрю, ты серьезно взялась за моего братца. Ну, он к тебе побежал. Да нет, ничего. Слушай, Гошу домой верни, а то он уроки еще не сделал. Давай, давай. А то я, знаешь, переживаю. Пока. Казя! Казя! Да у тебя не температура. Температурище. Мокрый весь. Дай-ка я тебя оботру. Алло. А, добрый день, Герман Юрьевич. Ольгу Александровну, она только что вернулась из библиотеки, но уже ушла на консультацию к Сергею Николаевичу, кажется. Да, обязательно, обязательно передам, что вы звонили. Все, да, до свидания. Лена, а где все? Где мама? Гоша? Гоша, он укрепляет свои знания. Он берет дополнительные уроки у старших товарищей. А, ну да, да. У него плоховато с немецким. С французским, пап. У нас все в семье изучают именно этот язык. А, ну да, да. А мама? Сегодня воскресенье, она должна быть дома. Казя заболела, она пошла его проведать. А, это циркач. Угу. Пап, ты ничего не замечаешь? Ну, что происходит в нашем доме? А в нашем доме все в порядке, дочка. Здесь много гостей, много любви и тепла, прекрасные дети, умная и красивая жена, которая знает, что делает. Ты должна любить маму. Мама. Она очень, очень любит тебя. Оленька, как там мальчик? У него температура.
Папа не должен тебя здесь увидеть. Давай я тебя спрячу. Как ты себя чувствуешь? Ой, я просто устала. Да. Да, все. Больше никаких гостей. По крайней мере, до четверга. Надо восстановить силы. Да. Все-таки наш Казя во всем оригинал. Говорит, я когда болею, не ем, не пью, лежу 3 дня, не включая света, а на 4-й встаю здоровый. Да себя так только дикие звери лечат. И Казя твой, видимо, тоже дикарь. Перестаньте, наконец. Гадости говорить друг другу. Ты представляешь, эти мерзавцы из ВАКа придумали новую пытку. Оказывается, то, что монографии опубликованы в солидных научных журналах, этого им мало. Надо еще иметь определенное количество цитирований и ссылок другими учеными из твоих работ. Но я же не могу их заставить цитировать меня. Это форменное издевательство. Мишенька, мне еще нужно к Прасковье сегодня заскочить. Да ты же недавно была. Да время позднее. А у нее давление подскочило, и я хочу проверить. Неугомонная ты лялька. Ну что, может, проводить тебя? Нет, не нужно, я сама. Ну да, в принципе, у меня времени в обрез. Вот, так что давай добивай свою докторскую.
счастью, все в порядке. Ольга Александровна, физиологически здорово. Мама не отвечает нам уже несколько дней. Ну что ж, случай довольно логичный. Странная форма аутизма. Полагаю, это лечение средства, да? Видимо, она переживает сильный психологический шум. Если позволит печь маму в психушку, мы будем лечить дома. Ну, дело, конечно, ваше, но в таком случае вы должны дать расписку, что отказываться от госпитализации. Может, надо согласиться. Ежедневный медицинский уход мы не сможем уложить. Возможно, понадобится применить шоковую терапию, а это можно делать исключительно в условиях стационара. Нет, слушай. Вы как вы сами, да? Расписывайтесь. Отказ от госпитализации. Гренки, как обычно, с сыром. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. С добрым утром, дорогие друзья, с добрым воскресным утром. Ну, чего ты там застрял? Иду, мама.